исследования должны проводить только профессиональные организации. Доступность информации создает обманчивое впечатление, что ты почитал что-то, одну-две книжки, да? Ты уже знаешь, ты уже можешь разобраться. Но это далеко не так. Коллеги, ну и хорошее исследование за день и за неделю не делается. Если мы сегодня говорим про информационное поле, то, конечно, оно должно быть насыщено социологическими данными. Иначе любая информация, которая в этом вакууме возникает, она сразу воспринимается всеми очень активно, и этой информацией все начинают оперировать. Это закрытые данные, это закрытые исследования. Мне кажется, что вот этот момент, он очень подкупает такого наивного пользователя, который читает и как бы приобщается к какой-то закрытой информации только для него. Все равно эти фейки будут сбрасываться. Но у нас должна быть активность наших академических, ученых, подготовленных, профессиональных. Что касается ответственности перед обществом, в чем она должна заключаться? Ответственности социологов и только ли социологов? Не надо делать то, что может каким-то образом, в силу непонимания какого-то, воздействовать на общество.